Поляна Итпол. Здесь сегодня всего очень много будет рекордов. Лигур, напиток база, гусь по-терски, халва. Много всего идут в процесс приготовления. Людей очень много. Будем ждать результатов. Будем наблюдать за всем происходящим. Представлены районы со всей Кабардино-Балкарии. Кизы ручной работы. Много чего можно увидеть здесь. Людей прибавляет, становится больше. Идет процесс приготовления не только вкусных блюд, но и концерты. Идут прогоны. Гости знакомятся с экспозицией, очень интересно. Одна российская, другая импортная. Все препарцы ваши, да? Марат! Сегодня поистине многообразие культур, этносов, костюмов, ярких блюд. Все очень здорово. Очень много людей, туристов со всех регионов Российской Федерации. Хитчина фактически готов, убирает муку. И сейчас будет мазать маслом. И все это здесь, смотрите, на фоне великолепного Баксанского ущелья.